Команда программы «Твое утро» приехала в клинику «Евроден», чтобы узнать, как правильно следить за своими зубами и как можно их отбелить. Об этом нам расскажут квалифицированные врачи. Давайте узнаем, что же они нам скажут. Как правильно ухаживать за своими зубами? Чтобы правильно ухаживать, мы должны следить. Это как люди обычно говорят, что два раза в день нужно чистить зубы, но я рекомендую, ну, как все современные врачи, лучше после каждого приема пищи ополоскать свою, если по возможности, прополоскать полость рта или чистить зубы. Вот. Также пользоваться нитями, это обязательно, потому что многие как-то даже и не знают, что такое зубная нить. Это очень полезная вещь. Так что приобретайте. У меня белая улыбка. Uh-huh. Сейчас, в данный момент, зубы не желтые. Uh-huh. А вот как это правильно поддерживать на постоянно? Вот после каждого приема пищи этого достаточно зубной пасты? Или вот все-таки к вам нужно обращаться время? К нам нужно будет обращаться, потому что не обязательно именно белая улыбка должна быть, а все это смотрится под цвет лица, учитывается. Вот. И чтобы поддерживать, наверное, скорее всего, нужно приходить к врачу, потому что мы будем все это предупреждать. Вот. Любое заболевание, любой дефект, мы все будем это убирать, будем лечить. Пациентам как часто лучше к вам приходить обследоваться? Лучше, даже если ничего не беспокоит, лучше приходить раз в полгода или раз в год. Хотя бы просто вы будете уже знать, что у вас все в порядке. После этой процедуры меня пригласили в следующий кабинет, где помогают, так сказать, выровнять зубы. К примеру, с помощью брекетов. Как простых, так и, не поверите, золотых. Конечно, в нашей современной стоматологии сейчас все есть возможности. Даже кривые зубы можем сделать их ровными, выровнять, также их прикус исправить. Это делается также и с детства, для детей и для взрослых. Для этого есть у нас различные пластинки для детей, брекеты с 12 и старше, и даже взрослым можно. От души поздравляю с днем улыбки, как в детской слова из детской песни «От улыбки станет всем светлей». Это как девиз для хорошего настроения и добрых дел. Порой иногда даже искренняя улыбка делает кого-то чуть-чуть счастливее, поднимает настроение и может изменить мир. Так что улыбаемся чаще. Улыбайтесь чаще, ведь, как говорят, смех продлевает жизнь. Артем Укропов, Алтынбек Даутов, программа «Твое утро».